Очень тихо. Почему так тихо? Удивительно. Ну ладно, пойдет. Жесть, как чувствительно. Так, здесь вроде... Кто здесь, интересно? Ну ладно. Так, вроде... Пока что у нас запросов нет. 38. А где экран? Три. Отлично. Ну, в принципе, без проблем пройдем. Так. Стоп, она не паузится? Блин, это плохо. Так, все. А, здесь убежище? Вау. Прикольно, прикольно. Так, 95, 100, 100, 100. Надо где-то мужество поднять ему. Пока Лесли не хватает выдержки чуть-чуть. Где бы ее поднять? Интересно. Выдержку-то. 30%. Может, здесь? Так, а мужество где поднять? Вот здесь поднимем. Так, ананасик. Спокойный каратель. Так, мудрость надо поднять. Справедливость, выдержку. Ну, это, в принципе, можно будет здесь сделать. Привет, Стас, привет. Так, а куда я тебя... А, ну... О, первый рандом контракт на один. Ну, это типа, короче... Ой, кстати, забыл указать. Это я играю, короче, в игру не просто так, а с усложнениями особыми. Короче, прикольная тема. Ну, в смысле, достаточно сложно бывает иногда, но прикольная тема. Спасибо за контрактик первый. Hello, привет, Баннет. Так, она позвала... Нет, не позвала, отлично. Так, плюс один. Надо ему настакать десяточку. Точнее, 11. Так. Плюс три. Еще один раз сходит, и все. Везде таки Сайус, 37,5. А, так ты заболел, вот что не пришел. Жесть. Ну, выздоравливай. Я и не знал. Чё, красные туфли зовут? А, я дурак. Блин, Альфа придется убить. Короче, переигрываем. Привет, Прейкес. Я здесь. Так, я, короче, сейчас тогда, раз у нас еще один контракт есть. Привет, Нероинг. Надо его тоже взять сейчас прям. Так, исключая тройку. Это будет двойка. Двойка у нас есть, она перебрасывается на четверку, понятно. Окей.
Ой. Хоба. Привет, Йорик. Так, запрос нулевой становится. Все. Блин, надо быть поаккуратнее с этими туфлями. У меня тем более Алиф так рядом с ними находится. Может быть, его перевести хотя бы, чтобы если... Нет. Ладно, пусть там сидит все еще. У меня сейчас огромное желание что-то сломать. Зачем? Почему? А чё так? Чё случилось? Так, Алиф. Блин, может быть где-то в другом месте ему покачаться? Но я не знаю, где еще он может покачаться нормально. Ну, здесь на привязанность будешь ходить, пофиг. А где Нанасина? Вот она. Так, надо изучить убежище помаленечку. А кто у нас сбегает из аномалий? Только туфли и птичка. Привет, Лайм. Один прокачал, в принципе. Ну, нормально тогда. Будет здесь качаться. Тебе еще один раз сходить, и все. Так, потом ты хотел... Дарсен еще хотел спичку себе взять, я ему возьму потом. Историчка куда-то ушла. Сказала, пишите конспект. Срок завтра до 20. Ну, нормально. В чем проблема? Или там прям много очень? Неужели прям закидала, завалила работой? Так, у нас же нет перегревов, забыл совсем. Так, ананас. Ну, ты уже прокачался, все, тебе дальше смысла нет качаться. Ты можешь сидеть отдыхать дома. Так. О, пусть тогда Лесли покачается здесь как раз на привязанность. Что-то я не додумался до этого сразу. 350 по ячеек просто так дали, не понял. За посещаемость стримов. Ты вроде не пропускал ни одного стрима. Ты и на покемонах был, и на море. Вот я не знаю, на руине прошлое был, нет. Короче, несколько стримов подряд ты посещал, поэтому. Поэтому да. Так, плюс 12. Ему надо плюс много. Точнее, ей. Это же женский персонаж. Я помню, еще и мем такой скидывали. Ой. Так, если что, аккуратнее с этим убежищем. А то, блин, рванет. Так, ну ладно, на руине не был, там моды были, блин. Доброго времени суток. Привет, Алиса. Алиса-киса. Такс. Ананасик. Плюс 8. Ясно, стример-игнорщик. Блин, я пропустил твое сообщение. Вчера руину прошел. О, хорош, хорош, поздравляю. Сорян, что пропустил сообщение. Всегда такой, да нет. Я просто играю, и надо еще чат смотреть, а вы довольно быстро пишете. Вот раньше я был непопулярным, очень мало писали, а сейчас плюс-минус нормально так. Нормальный поток. Так, что-то плохо отработал, как-то странно. Подожди, в смысле? Это же привязанность была. В чем проблема? Что, у нее на привязанность плохо, что ли, работает? Ну ладно, уже максималка, можешь отдыхать. А вот тебе еще работать и работать. Так, как я там поживаю? Нормально. 82-40. Ну, короче, нормально. Я тебя особо не качал, потому что я качаю тех, кто приходит и просит, чтобы его прокачали. Ну, типа, они в приоритете. В чат писал только я. Да-да-да, только ты писал в чат. В том-то и прикол. Так, короче, птица сбежала. Так. Интересно, с ним сейчас модов на ЛК накачал, игра новыми красками заиграла. Кстати, ты меня апостолом сделал? Нет, так ты... Кстати, скажи своего перса.
Я тебя пересоздам. У меня заново все началось, не видишь? Так. Время от времени Дима и Данилочка. Дима и Данилочка? Дима? Что? Димы не было, по-моему. По-моему, Дима как раз-таки появился, когда я второе прохождение в соло. Или нет? Что-то я не помню, кстати. Так. Я тебя создавал? А, в смысле? Че, реально? То есть... Подожди, я тебя на свой вкус создавал? Типа, как сам захочу? Блин. Ну тогда ладно, сделаю еще раз. Нет, он иногда в руине заходил. Ну, кстати, да, вот в руине он, возможно, как раз-таки и появился, Димочка. Мы с тобой будем братьями. А, да, у тебя были волосы, как у меня, только другого цвета, точняк. Во, все, я вспомнил. И закрытые глаза вроде тоже, только другого типа. Или нет? Что-то я не помню. Ладно. Да? А, ну все, отлично. Таким и сделаю сейчас. Так, ананасика немного докачаем, потому что я хочу, чтобы он, чтобы у меня было 3 пятых уровней. Ой, господи, испугался. Я кидал еще раз себя после рестарта. Ну, ты один из первых заказал себя, ты вторым или третьим появился, чё? Так что да. Так, 4 надо здесь, да? Так, 41, осталось 19 секунд, получается. Так. Лесли Ананасик, скорее всего, сейчас заняты, потому что я достаточно рано сегодня начал. Просто у меня сегодня одна пара была. Я начал во столько, во сколько бы в обычный день я только вернулся. То есть на 30 минут раньше я начал стрим, по факту. 19. Так, 35. Ну все, остальное потом прокачаем. Мне сейчас... Хотя нет, давай выдержку еще раз тоже прокачаем и все. Закончим. Я видел Лесли у Дарсена сегодня. Так это довольно... Если у Дарсена, то это достаточно рано было, наверное. Дарсен обычно либо утром стримит. Ну, короче, я очень редко видел стримы Дарсена. 2 раза всего лишь, или 3 попадал туда. Так, еще раз сходим на привязанности. Все, заканчиваем день. Блин, так спокойно здесь, капец. Как же мне раньше сложно было жить с поездом. Кстати, сейчас 15-й день, по идее, может быть Алиф. Вроде как, если я правильно помню. Так что я надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Отлично. Потеря поезда — это потеря потерь. Ну да. Как теперь пугать? Никак. 7 часов назад кончился? Ну вот, это давно было. Очень давно. Ну, по-моему, здесь нет альф. Но есть... два... О, подожди. Есть... Зацените, какой пул. Типа, все аномалии из Есода выпали. Маленький помощник... А, нет, Шаденфрейд не из Есода. Он же там, это, неиспользованная аномалия, точняк. Блин. Ну ладно. Так, сейчас я сделаю опрос. Что, где, когда? Там это, у меня 2 аномалии из Есода и 1 неиспользованная. Просто в руине раньше, ну типа в файлах игры есть страничка с Шаденфрейдом. Я так полагаю, она должна была быть у Есода раньше. Но ее не стали использовать. Вот. Все, голосуем, 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 голосуем.
Это если чё, кто на транслите? А, кстати, меня нормально слышно? Мне показалось, все. Я просто 3 дня был с вырубленным микрофоном, записывал соло-руину. И мне показалось, что микрофон стал очень тихим. Вообще не слышно. Ну, тихим. Зачем существует голосовой чат в ДС для Данилочек? Это Ананасик создал, когда Данилочка мешался. Он перекинул туда Йорика с Данилочкой. Йорика, господи. Банеда с Данилочкой. Йорика с Данилочкой. Раскладку забыл поменять? Ну, да. Типа, пишешь как есть, а потом, если у тебя английское, меняешь на русское. Если не английское, ой, да ладно. 50 на 50. Придется голосовать. Точнее, придется не голосовать, придется рандомить. Так. Один это маленький помощник, 2 это Shadow Freight. 2 выпало. Нормально. Так, ну значит берем. Дай мне сет ZNN, у меня нет ZNN. Мнение чата разошлось. Бунт. Пойду странички делать для монтажа за место игры. Выбивай мне ZNN. Ну я пытаюсь. Так, тогда у нас что есть? Шаденфрейда надо изучить. А, на Шаденфрейде можно качаться. Качать вроде как. Справедливость. Так, сейчас мы выберем новые контракты. Пока что один, никто ничего такого не заказывал. Так, 33-й выпал, отлично. Блин, ну супер, нормально. Такс, получается что? Ананасику не хватает справедливости, Лесли все хватает, Дарсену все хватает. Ой, вы уже заказали? Первый, второй. Хотел первый заказать, меня обогнали. Ну давайте тогда, сейчас еще 2 накинем. Так, 2. Исключая... Что тут? Исключая 33. Так, 3... 8 и 38. Так, 38 мне ничего не сделает, у меня же нет кроликов. А вот восьмерка... Я не знаю, что такое восьмерка, не помню. Какая аномалия? Шаденфрейд. Так, 38, вот это. Вот это восьмерка. Ну, нормально. Регенерация аномалий. Ерунда. О, это я голосовал. Хорош. Повезло тебе, значит, что он выпал. Потому что там равные голоса были. Так, что? Что я хотел сделать? А, я хотел вот это поменять. Вот здесь я хотел написать 8 8 33 38. Все, найс. Так, ну погнали. Сейчас мы просто снова качаемся, что ли? Меня качать? 18+ бы Шаденфрейда? Нет. Хотя если бы он попросил, конечно. 45. Блин, как тебя качать? Ну, на Шаденфрейде можно тебя покачать как раз таки. Можно мне мудрость? Окей, мудрость. Только на чем, интересно? Наверное, вот на этом можно как раз таки. Да, все, решили. Создай меня. Да, кстати, да, чуть не забыл. Такс. Они, по-моему, были белые у тебя волосы. Такие.
И вот такие вот глаза. А... О, починились, кстати, эго. Что за фетиш на закрытые глаза? Ну, я не знаю, как он называется. Загугли. Как создал меня, так и не трогал, спасибо. Я же говорю, я качаю только тех, кто просит, чтобы их качали. Вот заметил Дарсен какой прокачанный, какой Лесли прокачанный. И Ананасик. Андрейк еще тоже. Потому что они просили, чтобы я их прокачал, вот. Такс. Наверное, сделаем из тебя очень опасного человека. О, кстати, пауза есть. Найс. Так, Шаденфрейд, Шаденфрейд. Так, на Шаденфрейде прокачаем Нероинга. Подожди, у него минус к красному как раз. А он красным бьет вроде как, если я не ошибаюсь. Ну ладно, ничего, переживет. О, нет, не переживет, кстати. Тебе нельзя качаться на Шаденфрейде сегодня. Блин, а куда бы тебе сходить тогда? Может быть, на фестиваль фей? Просто по КД тебя водить. Я даже не знаю. Давай привязанность прокачаем тебе. Так, что тут еще у нас есть? А, Ананасику еще надо прокачать справедливость. Так, где можно мудрость скачать, интересно? Вот здесь, может быть? Подожди, ей хватит? Ну, должно хватить, по идее, чтобы там работать. А, там же нельзя на мудрость работать там, блин. Может, здесь тогда? Так, Шаденфрейд. Так, ты выдержишь Шаденфрейда? Да, должен выдержать. Такс. Так, перегрев клипот, первый уровень. Мне кажется, меня обманывают. Деньги обещали 4 числа. Как так-то, ё-моё. Но ничего, мне уже денег хватило, я купил покемонов, так что все, я доволен. Я счастлив, буду играть скоро, через 4 дня. Найс. Так, у него же реально красный урон? Блин, не хватает. Ну ладно, пофиг. Еще раз сходим. Неважно. Короче, птица сбежала, пофиг. Доволен, но тогда не буду возвращать долг. Ну, размечтались. Не, долг ты вернешь. Так, реально красный урон, кстати, да. Так, я вчера, пока моды искал, нашел мод, который отключает оповещение о карающей птице. И такой, капец, полезно же. Ну, не знаю. Сомнительная полезность. Кстати, достаточно опасно сейчас заходить в таких костюмах туда. Вот ему можно, в принципе, у него мужество большое. Давай, вперед. Разнесешь червей. Так. Тихонько ухожу. Не-не. А покемонах будет... А, на покемонах новых будет русский язык? Или там как обычно? Как обычно.
Подожди, ты что, бьешь этим посохом? Разве им... Ладно. Так, давай. Раз выстрел. Два выстрел. Три выстрел. Так, ананасик справится здесь. Покемоны. Ну, покемоны и покемоны. Сколько там стоила руина со скидкой? 400... Я не помню. 400. Так, и не понял. Это что такое? Блин, ананасик не попадает. Как так? Его сейчас загрызут, ёпарасте. Ее, господи. Найс. Лайм будет нашим защитником. Ну вообще там что-то интересное, там же как в Legend Arceus будет типа открытый мир. Но при этом будущее, то есть современность. Или даже, я не знаю, может быть не современность, а реально прям будущее. Сейчас я защитник, потом опять сдохну, пока меня не будет. Ну, не знаю, я постараюсь, чтобы никто не умирал. Я, конечно, постараюсь, но на важных днях, когда я прям, ну, реально жесткие дни, я буду любые жертвы допускать, чтобы пройти дальше. Мне лайм ВЛК напоминает Анжелику. Что со мной не так? Ну, он реально похож, только глаза другие. Так, 21, а надо сколько? Надо 32. Немного осталось. Так, плюс 11. Ой, подожди, подхилься. Все, иди. Так, полдень красный. Я до полдня доживать не буду, мне это невыгодно. Хотя, в принципе, можно, что нет-то. Но мне лень. Мне охота побыстрее дойти до 20-х дней, чтобы там интересные аномалии были, алифы всякие крутые. Так, 24 еще. Получается, я жена Роланда. Дожился? Нота. Привет, Нот. Ой, боже, меня же башка заболела. Ужас. Стоп. А. Все. Привет, если что, я самая высокая. Ну а что, вроде все правильно сказал. Ну правильно, но это же ужас. Господи, испугался. Так, 28-29 минут, а я уже прошел 2 дня. Жесть, я очень быстрый, я очень лютый. Я спидранер. Так, это что? О, это прикольная аномалия. Похороны. Вот теперь реально пик Есода. Здесь реально все аномалии Есода. Ламент. Забыл, как называется. Как же она называется-то? Что-то там ритм, короче, и сожаление. Гармония, да, гармония. Так, ну короче, давайте голосование опять. Погнали. Голосуем. 10 зрителей, ты популярный. Да не. Это база. Ну, в лоботомии это база, типа, я не знаю.
Я популярный только когда стримлю лоботомию, получается. Это как-то неправильно. Какой ESOT ты сегодня? Ламент, гармония или сожаление? А, ну кстати, мы сейчас выбираем не аномалию, а эго-страницу. Зацените. На покемонах 10 было, не надо тут? А, ну нормально. Эбис Лорд, привет, приветик всем. Ну, кстати, да, было 10, но здесь прям стабильно 10, а там иногда бывает мало. А потом бац, и что-то смотрят. Короче, ну неважно, все, забей. Ламента не будет? А что выиграла? О, гармония. 3 голоса за гармонию, остальные 2 я не знаю, куда там влились. 2 в торжественный траур, одного голоса не хватило. Так, я не помню, что надо ему. Я реально не помню, что надо ему. Какая Анжела на этаже и сода ты сегодня? Ламент, гармония или сожаление? Я ламент. Солем ламент. А, кстати, Нороинг, ты видел, нет? Ты читал ДС? Я прошел этого-то. Плачущих детей. Только я использовал одного в начале, одного дополнительного библиотекаря без одежды. Эго-гармония классный, ты серьезно? Ты только сейчас это понял? Так это имба, ты тупо режешь бензопилой и получаешь кучу силы себе на следующий ход. Потом разносишь массовкой, даже было бы идеально. Наверное, кидаешь сначала гармонию, потом восстанавливаешь свет в этом же ходе, потом кидаешь массовку, и все, все умерли. Я на Исуде редко играл. Странно. По идее, это самый имбалансный этаж вообще в игре. Ну, ты, наверное, не казуал, поэтому играл редко на Исуде. Такс. Что мы делаем? А, кстати. Мы же... Когда первый раз играл Малкув, потом Гибурой. Ну, я, кстати, как раз-таки всех остальных челиков, все остальные соло, после того, как открыл реализацию, проходил за Малкух. А потом уже прошел... Кое-кого еще я прошел не за Малкух. Эмму. У Исода пуля, которая делает весь пониженный урон фатальным имбалюте, согласен. Ну, кстати, иногда она может против тебя сыграть, но это в редких случаях, потому что в основном у нас меньше повышенных сопротивлений, чем у врагов. Я одна проходила этажом ход. Этаж ход имба. Соло, особенно в соло билдах. Это получается, погоди. Это раз, две мощи, еще две мощи. Это 4 мощи на режущий урон всегда есть, если ты злое лицо выбираешь. А еще у врагов понижается на 1 мощь. А третья, вот я не знаю, что там. Вот сейчас прохожу еще раз руину, сейчас юзаю Есода. Если я ты, то ты. Ход имбовый. Халявные 4 мощи каждую атаку. Да, халявные 4 мощи каждую атаку. Я об этом же говорю. Так, ну что? Что мы делаем? Мы ничего не делаем, просто идем. А, нет, кое-что надо сделать. Ладно, я сейчас буду перезапускать все равно день, потому что я не помню, как, что надо для гармонии. Точнее, что надо для вот этого чела. Я вот не понимаю, как ты дожил до горы трупов вообще, в принципе. Он же там... Убивает всех и вся просто в клочья. Такс, ну... Что-то я хотел... А, я вспомнил. Так, одно случайное число. Захват экрана. Сгенерировать. 8 выпало. Так, выключаем. Не спрашивай, сам не знаю.
Восьмерочка это вот это, она снова выпала. У меня же была восьмерочка вроде в прошлом, в прошлый день. Так, запрос нулевой, усложнение восьмерочку вставляем. А, вот еще контракт. Ладно, сейчас еще наберем тогда. Так, еще один набираем, кроме восьмерочки. 23. 23 это у нас что? Это без хила, найс. Вот это будет сложный денек. Ну не сложный прям, а немножко непростой. А, это... Я опять перепутал. 22 это без хила. 23 это бесполезно против меня. Так, ну ладно тогда. Так, сейчас будем на мне экспериментировать. Так, хотя бы на два руководства накопи, пожалуйста, мужичок. Хорош, на три накопил, молодец. Нет, Алиф умер. Бедный Алиф, даже крови не осталось. Как так, она что, все выпила вообще? Что происходит? Так, ну ладно. Посмотрим. Так, четвертого... уровня и мужества и выше. Ага. Выдержки второго и ниже. А в чем проблема? У меня же... А, мудрость из-за вот этого дерьма... Yes. Ладно. Так, привязанность не ниже двух и одного. Ну да, я понял. Просто какого фига? У меня из-за того, что альфа минус два, просто минус два чуть-чуть убрали, у него стало вторым уровнем, и он умер. По идее, он не должен был умирать. Ой, извини. Так, ну тогда надо решить, кто будет туда ходить пока что. 45-68. Вот ты можешь сходить, кстати, покачать мужество себе. До максималочки прям. У него хорошо качается мужество, я помню. Пойду, Криса, посижу час-два. Надеюсь, ты будешь меня качать. А можно еще Нероинга прокачать на ней, кстати. Так, ну давайте попробуем тогда. Так, Нероинг. Алиф стал той самой нотой. Ужас. Бедный Алиф. Подожди, тебе не хватает мудрости, что? Не, нормально. Такс. Поющая машина. Машина. Давай еще раз. Так, кого мы хотели еще прокачать? Певец, твоя сила и мудрость. Удачки. Певец. Пиво, что ли? Так, тебе надо дальше качать мудрость. А на Шаден Фрейде можно качать мудрость, интересно? На Шаден Фрейде можно качать много чего, в принципе. Подожди-ка. 65%. Ну давай попробуем на Шаден Фрейде покачаться. Хотя подожди, у тебя... А, ну... Должно хватить, по идее. У меня какая выдержка? У тебя четвертая выдержка. Мужество у тебя третье. Так что, по идее, тебя тоже можно. Я еще не ушел, хочу кое-что сказать. Почему меня хотят убить все? Сначала Крис водил меня к броне в броне спички к ЗНН. Сейчас ты меня к этому роялю ведешь. Хочешь сделать из меня музон? Что я вам сделал? В смысле? Ты дурачок?
Ой, извини, пожалуйста, за такую токсичность, но как ты можешь стать нотой, в принципе? Ты можешь стать нотой, даже если ты возьмешь дар ее, тебе все равно не хватит. Плюс 8 хп. Только если ты сойдешь с ума, по идее, тогда ты сможешь стать музыкой. Но я не думаю, что это случится, если честно. Так что нормально. Этому роялю не доверяю. Бу, привет, Лесли. Так, кто, где, кто? А, вот. Так, сюда хотел Дарсен поменять вроде эту на спичку. Свой рот. Один или два. О, нифига, что это? У Квайтшума такие прикольные смайлы анимированные. Жесть. Все, я пошел, давай, пока. Удачи. Изучил и больше не трогал. Так все так делают, мне кажется. С роялем. Ага. Ну, неплохо. Черт. Что такое? Забыла поменять фон с обычного на прозрачный. Ууу, это лютая тема, да. Так, 25. Куда я водил его? Так, 14 уже, нормально. Мне кажется, Нероинг может на максималку здесь прокачаться, в принципе, как раз. Так, все, здесь что было? Да, особо ничего не было. Просто вот ничего не делаем, работаем. Эх. Так, рассвет зеленый, это изи получается. О, нет. О, нет, Нероинг, нет. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Так этой брони здесь быть не должно, по-моему. А где? Что где? Ну я слышал. Я слышал Помпиду, не знаю. Если ты не слышал, это твои проблемы. А почему я не могу? А, вот все, могу. К черту страницы. Так, ты знаешь, что люди умирают в каждый раз, когда машина поет? Или наоборот, машина поет, когда люди умирают. Несмотря на пролитую кровь бесчетного числа людей, песня and parturias you. Так, выключить машину, слушать музыку, выключить машину. Ты выключаешь машину. Тишина заполняет воздух. О, имба, имба, сюда. Я тоже слышал, вот Лайм тоже слышал, что за скам. Пойду и поиграю в кошмарики. Кошмарики? Кошмарики. Кошмарики это соло Air Corp. Кстати, Лесли, я прошел много, почти всю. Почти весь кошмар. Ой, точнее, да, это кошмар. Почти весь кошмар в соло. Единственное, что не получилось пройти в соло, потому что это в принципе невозможно пройти в соло. Это... плачущие детишки. Чтобы их пройти, надо хотя бы одного челика. Вот я с одним маленьким челиком просто работал. Точнее, не работал, а что я там делать забыл. Дрался. Имею в виду Little Nightmares. А, понятно. Так, плюс 9. Так, кстати, я бы хотел... Нет, я бы не хотел. Что это такое? Кто еще может там поработать? Так, Венова может поработать там. У него тоже минус мудрость.
А, ну вот пусть дизайнер идет. Я спал, если что, 3 часа, поэтому туго соображаю немного. А, блин. Блин, ладно, что-то эта лоботомка скучная какая-то. Пойду-ка я отсюда на желание в следующий раз наформлю. Как хочешь. Ну, я, в принципе, с тобой согласен. Не понимаю, почему лоботомка такая популярная была у меня. Если она такая достаточно, ну, обычная игра. Просто фармишь и ничего не делаешь. Такс. Что такое? У меня лоботомка не надоедает? Ух! Мне кажется, руина намного интереснее. Вот в руине реально, вот... Хотя... Возможно, она настолько интересна, потому что я немного... Этот самый... Мазохист? Вот бы люди понимали, что лоботомка говно почаще. Сегодня смотрел лабу, и меня задрали челики в чате. Руина динамичнее. Согласен, согласен, конечно, да. Динамичнее очень. Обожаю руину. Я сегодня, короче, прошел в соло Эмма, был настолько сложным. Блин, ну там реально очень сложно. Мне кажется, самым сложным в кошмаре для соло прохождения был как раз-таки Эмма. А, ну хотя нет, прескрипты, вот эти вот челики с предписаниями тоже достаточно сложные. Вот они два самые сложные, в принципе. Здрасте, у меня наушники того. О, привет, Дарсен. Мне нравится и лоботомка, и руина. Это хорошо. Наверное. Ну, вообще хорошо, да. Так. Мужество. Дальше качайся. Так, сомнение вышло. Поздравляю. Ой. Так, что-то происходит. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Ой, господи, сколько тебе снесли. Давай, сюда, падлу. Хорош, хорош. Так, я думаю, одежду мы не будем покупать, потому что ее нет в игре, а мод мне отключать было лень, поэтому я просто оставил мод, но одежду покупать я не буду. Такс. Динамики на наушниках работают, звук у них есть, но ничего не работает при подключении, не понимаю, что им надо. Понятно. Это грустная история. Либо надо заменять, либо в ремонт. Ну, хотя я обычно наушники менял. Хотя, если они дорогие, то можно, наверное, лучше в ремонт попробовать отнести, хз. Такс. Кстати, я чекал вообще, кто у нас здесь. Скромный старейшина. А, кстати, Нероинг просил, чтобы я его качал, но он ушел, так что я не буду, наверное, качать его. Эх. А хотя, ладно, покачаем, чего бы и нет. Вот здесь. Скромный старейшина. Покажи характеристики той брони. 0606-1320. Че у меня по статам? У тебя максималки. Давно. Ты пытаешься выфармить тот дар спички. Потому что я помню, ты просил, чтобы тебе спичка была. Вот я тебе пытаюсь выбить дар спички. Немного имба для хешки. Да ну нафиг. Ну, я бы не сказал, что имба. Обычно, но чуть-чуть получше обычный. Так, 21. Это у нас 70 получается. А, нет, это 80. Такс.
Нимбану сильнее среднего. Да ладно, я уже 50 минут сижу, как так? Че так долго? Время так быстро летит, жесть. Уже вот одна третья стрима прошла. А, ну все, мы накопили, можно не работать с ней больше. Кайф. Это имба, но чуть-чуть слабее. Слабее, чем имба. Сильнее, чем среднее. Вот мне завтра на учебу ехать. Время решил ускориться в два раза. Понимаю. У нас сегодня, прикиньте, одна пара физры была и все. Как же кайфово. Так, пятый мужество 69, 86, 56. Может быть, Андрейка тоже прокачать? Только где? Может, вот здесь? Пара физры. Да, одна пара физры была и все. Одну пару физры поставили, две самостоятельных. Ну и этот классный час. Ну типа кураторский час и все, больше ничего не было. А завтра 4 пары. Они не могли просто сделать 2 пары хотя бы на сегодня? Завтра 3 по стандарту. Но нет, надо было вот так вот выпендриться. Это ужас просто. Есть давление, по врачам поеду, кайф. Мне кажется, не кайф. Я ненавижу больницы, мне неприятно там находиться. Но если тебе кайф, то... повезло, повезло. Когда же ты выбьешь спичку? Там сколько процентов-то? 5% целых. Как можно не выбить? Так, плюс 3. У меня вообще каждый день 4 пары. Но это ужас, конечно. Ничего не скажешь. Это с иронией? А, ну тогда ладно. Все, последняя работа. Завершаем денек. Так, плюс 6. Это получается 92. Здесь ты не выбил. Выбил! Хорош! Наконец-то! Вау! Поздравляем! Все, завершаем день. Так, 11, 16, 0, 0, 0, 0. Далее. Цензура. Цензура, цензура, цензура. Давайте цензуру выберем, пожалуйста, я вас молю. Я, конечно, не против, если вы выберете королеву ненависти или вот это, но я прошу вас, я умоляю, чтобы вы голосовали за цензуру. Так, новый опрос. Кто? Зачем тебе цензура? Ну, хотя как хотите, мне, в принципе, пофиг, там же всего лишь одна пушка алифная. Я просто хочу как можно скорее изучить алифов. Мне, в принципе, без разницы. Ты прав, кстати, да. Оружие цензуры бронировал Дима. Кстати, насколько я помню. Ну ладно, как хотите, короче, голосуйте. Такс. Закрепи мне дар. Хорошо, закреплю потом. Вот бы стрелковая на алифа. Лично я хочу цензуру. Цензура, 2 голоса всего лишь. А чё никто не голосует? Ну ладно. Так, ты выключил машину. Но когда-то появится тот, кто захочет, чтобы она работала. Это значит, что ничего не может быть изменено твоим выбором. Даже если ты это знаешь, ты выключаешь питание. Что это? Подожди. Obvious, это что такое? Интересно.
Звезда, конечно, норм, но хочется что-то на черный. Зачем? Почему черный урон? Он же, в принципе, обычный. Ну, хз. Ну, ладно, неважно. Сейчас я прочитаю, что такое Obvious. Obvious, Obvious. Ты будешь переводить, нет? Очевидно. Так, что делать это очевидным? Хорошо. Так, с цензурой будет работать, скорее всего, ну, либо Лесли, либо Дарсен. Так, все, кто не пятого уровня при побеге цензуры, в том же отделе сходят с ума сразу, правильно? Значит, в принципе, я мог бы их вывести оттуда. Но цензура у меня не сбежит, скорее всего. У меня как раз нет пушки, имба, лол. Так, пушка забронирована на Димочку. Тебе я пушку не дам. От цензуры. Да, есть мод на броню цензуру, но я думаю, я не буду его покупать. Ой, зачем я тебя перевел? Что у тебя было? По приколу. Мне вот интересно, там броня будет по типу оркестра или по типу звезды? Типа у звезды по 4 каждому, а у оркестра 0,2 и у остальных 0,5. Интересно, как здесь будет. А, мне еще чуть-чуть ананаса надо прокачать. Дин Дарсен также по приколу. Погнали. Сейчас посмотрим, у кого больше сопротивления. Подожди, я кое-что забыл. Поменять надо контрактик. Они же рандомные должны быть. Так, идем, значит, рандомить снова. Подожди, 18, это что у нас? Это минус... Это по 3 человека в каждом департаменте будет, да? Вроде да. Ну да, минус 2 max employees. Звезда по броне для меня самая сбалансная. Ноль четыре. Самая сбалансированная по броне это, наверное, сумерки. Вот, да, вот в этом отличие. А, хотя здесь тоже другое. 0,3, 0,3, 0,6, 0,1. Ну ладно, без разницы, в принципе. Хотя нет, все-таки лучше, наверное, Лесли сходить поработать. Захотел послушать Памбиду. Заказал за последние баллы. Единственный, кто не слышал, так и живем. Ну ладно, в принципе, я для тебя закажу, когда она будет доступна. Через 12 минут куплю тебе. Так, ну что? Кого мы выселяем? Так, ну Димочка ничего не делает вроде. Ангелину можно убрать.
Йорик ушел. Вивки не было. Все. Димон! Да. Что это было? Ладно. Так, ну что? Выселишь меня, выселю тебя. Меня или Лесли к цензуре? Я знаю. Я шарю, шарю. А что у нас по... А это 18, да, кстати, точняк. 18. Окей. Так, ну погнали. Так, еще у тебя по характеру. Высокомерный. Ладно. Ух ты какая. Какая же она падла. В руине получилась в том моде. Но здесь, в принципе, обычная. Так, давайте сразу уйдем отсюда, потому что нам не нравится этот этаж. В принципе, он какой-то слишком... Ну, вот, ну никто в здравом уме не будет работать с этими аномалиями, да? Просто так. Конечно, можно, но... Лень думать. Так, и сюда мы приведем, наверное, сразу... Куда пошел? Почему лайм это белая леваха? Потому что мы братья. О, видишь? У него другие глаза вообще-то. Другой... Ну, короче, я типа злой, а вот здесь улыбка. Еще цвет волос тоже другой. Короче, да. А... Что это? Ты че, я не понял? А, я не того отправил, лол. Я дурачок, ясно. Так, ну сейчас посмотрим, что там с цензурой это надо делать. Так, в отчаянии. Сколько у тебя? Ну, по идее, да, тебе хватает. Хотя, если ты половину проиграешь, ты сойдешь с ума и сбежишь отсюда. Его противоположность — добрый, он злой. Батя идет страдать фигней. Кстати, будет прикол, если тебе на лицо выпадет... А, она сейчас не выпадет. Она еще не скоро может выпасть. Исследователь! Офигеть, имба! Имба! Так, ну ладно, подхилься там немного. А мы пока что, наверное, что сделаем? Кого там надо было качать? Надо было качать... Алису? А, вот здесь, например. Стоп. Можно вот здесь покачать ее, в принципе. Так, выйдите в лифтик. Гу по очереди, меня Лесли к цензуре. А смысл? У тебя уже все на максималках, и он получает больше. Смысл мне тебя водить. Так, я думаю, на минус 6 тоже можно сходить, а потом будем ждать обновления. Такс. Нормально. Так, 114, это уже хватает, в принципе, на вот это. Осталось две брони купить, и все будет круто. Авось повезет. Да это особо смысла не имеет. Так. Коверит. Коверит это... Закрыл, да? Ты закрыл свои глаза и прикоснулся к металлической коробке перед тобой. Ты можешь чувствовать гейз. Газе. Газе. Подожди, что? Ты можешь чувствовать взгляд коробки. Вот так, наверное. Ты можешь чувствовать присутствие взгляда на твоей руке. Ты. А, обернуться. Blindfold off. Что такое blindfold? Ты можешь чувствовать есть, ок. Я сижу, слушаю тебя в голове чисто МГР. В смысле? Ладно. Подожди. Короче, давайте не будем фигней страдать. Я просто включу фотоперевод. Потому что я
могу позволить себе такое. Он не включается. Ясно, заруинили, получается. О, включился. Так, сменить повязку, повернуться. Снять повязку. Давай вот это возьмем. Так. Так, ты трешь глаза. Пока они не привыкают. Не встречают коробку. Ты находишь сквозное ключевое отверстие в коробке. Снять, конечно, всегда снимал всех и вся. Ужас. Глаз. Посмотрел в твой глаз. Вот этот. Нормально. Ты услышал звук коробки, двигающейся к тебе. Понятно, это неправильная концовка, плохая концовка. Надо было не, ну, это самое. Другое выбирать. Так, 52. Покупаем оставшиеся, все. Так, ну и, наверное, работать будем, да? Что нам еще делать? Сюда мы не пойдем. Возьми меня к цензуре, пожалуйста. Зачем? Зачем? Это же бессмысленно. Потом. Потом, кстати, может быть. Дар вывезет. А ты не можешь вывезти дар. Сейчас он открывается на 4 уровне. Смысл его... Кстати, обновилось же, можно работать снова с цензурой 2 раза. Ой. Так, ну чё, как дела? Нормально? Так, остался один кусочек брони. Доизучаем, а потом фарм дара. Ой, зачем я так делаю? А, хотя пофиг. Так, нам надо будет здесь охранять только цензуру. Остальные не нуждаются в хранении. Так, ты будешь охранять цензуру пока что. Да ладно, иди. Охраняем цензуру, остальных выселяем, получается. Они уже выселены. Так, 222 копий мы покупаем. Кому дадим орудие цензуры? Диме, он заказывал. Да. Диме. А Дима пока что не может носить. Пока Дима не может носить, она будет у тебя. Потом, когда Дима прокачается, тогда будет у Димы. Так, ты сейчас будешь охранять цензуру, а все остальные будут охранять ничего. Standing here. Так, аплодисменты перед Беброй. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ты не успеешь бежать?
Здесь уже есть охрана. Ну все, давайте начинаем. Так. Он, наверное, фулсет просил. Он не знал, скорее всего, про наличие брони цензуры. Ну да, возможно, кстати. О, здравствуйте, вы что здесь делаете? Знал. Такс. Инстинкт. Я не знаю, зачем я работаю с Шаденфрейдом все еще, но... Ну, кстати, у Лайма красивые рожки появились. Рожки... Рокиро. Так. А, это от Шаденфрейда дар, да? Плюс 4 хп, плюс 4 сп. В принципе, неплохо. Ой, я тут вспомнил, я же говорил, что отдаю звезду только полностью. Подожди, чё? Я же говорил, что отдаю звезду полностью, делить с другим сетом не позволяю. Нормально. О! Ой-ой-ой, я забыл про цензуру. Ладно, ничего. А чё у нас? А, понял. Звезду так-то я бронировал сразу. Но прикол в том, наверное, что Лесли раньше тебя начал. Ну, в смысле, ты позже, чем Лесли зашел, поэтому не успел забронировать. Я помню, что Лесли первый бронировал звезду. А хотя... Фиг знает. А, хотя да, я помню на самом деле, почему. Потому что у тебя... Хотя фиг знает на самом деле. А, ну да, я забыл. Подожди, а, да, я... Я испугался. Лесли быстрее вкачался? Ну да. Так, сейчас будет где-то 200 с чем-то. По идее. Так, 214. Не хватает одной работы. Так, один раз поработаем, и получается все. Ой. Ты вроде тогда еще не имел звезду себя, когда Леваха начал играть. А, ну возможно поэтому, возможно так было. Фиг знает. Я имел звезду в начале сентября уже, когда начал проходить ЛК. Она у меня на ход выпала.
У меня первые стримы были вроде как раз... фиг знает когда. Так, 230. Давайте, короче, берем. Смотрим на броню. А, ну смотри, броня хорошая, на самом деле, у Сензур вообще... Ну, как бы... Я бы сказал... Как бы я сказал? Для альфа она вообще ни разу не имбалансная. Но она прикольная. 150 стоит. Спасибо, мой любимый пирожок, за стрим. Я вовремя. Привет, ананасик. Ты вовремя. Ну, в принципе, всего лишь одна третья стрима прошла, так что особо ты ничего не потерял. Так, перед тобой ты можешь увидеть камеру содержания, которая содержит непонятно что. Так, как говорят многие менеджеры, сказано, что многие управляющие становились сумасшедшими, когда вы видели это. У тебя есть шанс открыть дверь. Открыть дверь, не открывать дверь. Открыть дверь. Так, ты открываешь дверь и чувствуешь что-то... Зацензурено. Так, свет в камере содержания выключается. А, чистка цензуры еще. И троеточие. Опять неправильно ее концовку выбрали. Ну ладно, ничего страшного. Короче, я в Либре вообще лоу-скилл. Даже Лесли меня лучше играет теперь. С какой попытки ты гору в руине прошел? Не помню. Как не помнишь? Покажи ананасы. Ананас на максималках. А, ну да, я тебе забыл про справедливость. Чуть-чуть качать надо. Точнее, не себе, а ананасику. С первой. Vampire Senpai Voice Speaker, привет. Я гору прошел со второй попытки у себя. Потому что в первой попытке у меня была просто без предписания Гибура. Ну, в смысле, не были предписаны странички к ней. Ну, пассивки. Поэтому я не смог пройти. А потом я легко прошел. Что это за фигня у нас? Где лучший сет в игре? Лучшего сета в игре нет. Не существует. Пока что. Чё по статам у цензуры по броне? Хорошая броня, кстати. 06, 08, 05, 1. Точнее, с выхода перевода. Что? Это было... В самом начале выхода библиотеки. В самом начале выхода библиотеки еще не было цензуры. В принципе. Так, ну погнали, давай тогда Дарсен один раз попробует поработать. По идее, что ему будет? На... Без процентов он вообще точно должен завершить работу удачно. Звезда все равно лучше. Так очевидно, эта броня, она как это, как вавная, хорошая. Ну короче, по идее, худшая броня у альфов. Вот так вот я бы сказал. Игнор ананаса. Статы перса, в смысле, так я же сказал. Я ж тебе показал, сказал, что все уже на максималках, справедливость осталось вкачать только. Какой игнор? Короче, птичка сбежала, пофиг. Так, ну давай тогда. О, так ты, кстати, лучше понимаешь ее, чем Лесли, на удивление. У него 64% было, у тебя 72%. Худшая броня за то, как выглядит. Ну, в принципе, неплохо выглядит. Слушай, у нас есть записи в Ютубе, профани, найдя место, где ты просил сет цензуры. У нас нету записей. Они с задержкой выходят. Не думаю, что те... А, ну хотя первые-то серии еще должны выйти. У цензурки нет особых свойств, а фиг знает, кстати. Может быть и есть, кто знает. Я пока что не вижу, описание не могу прочитать. Потом смогу.
Меня к цензуре на следующий день, хочу дар. Ты, кстати, еле-еле, ты на грани прям был. По тебе намного больше урона проходит, чем по Лесли. Хотя разница всего лишь в 1, 0-1. Это странно. Так, ну ладно. Так, все, наносик на максималках теперь. Будем на следующий день ролить зеркалом его. Ее. Так, Алисе осталось один раз поработать, и у нее будет максималка по мужеству. Выбила на нас у нервного героя? Нет. А вообще дары надо. Вот будет рофл, если броня цензуры сводит с ума всех клерков. Ну, в принципе, ничего необычного. Дар луны когда? Я не собираюсь фармить дары. Зачем вам дары? Они же вообще, ну, незначимы. Это то же самое, что фармить батл символы в руине. Это же бесполезно. 66%. Стоит ли идти на такое неудачное число? Дарсен, решай свою судьбу. Пойдешь сейчас или не пойдешь? Решайся. Иди, смерть. Привет, Revolution. Иду. Ну ладно, давай тогда, иди, иди. Все, иди. Удачи тебе там. Надеюсь, ты не умрешь. Кстати, если у тебя будет прям мало СП, я завершаю день просто, и ты не умираешь. Вот и все. Это же гениально. Пришел. Я ушел, пришел. Такс. 15. Ну да, в принципе, хорошо работаешь. Вообще идеально отработал. Чё к чему? Ну ладно. 98. Надо 150. Все, заканчиваем день. Так, один человек повышен. Алиса Киса повышена. Все, идем дальше. А носу все равно нечем заняться, дай хотя бы шанс дар получить. Но если никто не будет качаться, в тот момент, когда никто не качается у этой штуки, ты будешь фармить дар, так уж и быть. Так, портрет у нас изучен, здесь сок дерева, здесь... да, нет, машинка, я забыл, как она называется. Че, на нас сделаешь прогноз... Ой, опрос, или мне сделать? А то я уже два опроса сам делал. Или три? Два вроде. Напиши, пожалуйста, в чат. Опрос. А, уже готов, отлично. Да нет, деревяшка, портрет. Ананасик, ты видел чат? Я прошел соло. Плачущих детей. Ну не совсем соло, там одного челика подобрал себе. Маленького, библиотекаря без одежды. Чтобы типа залочен. Ну лог сбросить в начале и все. Круто, я рад за тебя. Спасибо. Где видос? Видоса нету. Он не скоро выйдет. Но я могу выйти, типа выпустить этом, доступ по ссылке, в принципе, могу. Сегодня подавил тифу? Поздравляю, поздравляю. Это, конечно, круто. Да, нет, выигрывает. Нормально. Так, последняя правда. Еще переназначил весь комплекс. Все стоят как надо. Почему такая задержка у видосов? Ну, блин, не успеваю их выпустить просто-напросто. Я собираюсь в начале декабря все выпустить, чтобы они потом начинали выходить прям вот стрим, и в среду после стрима выходит видос, чтобы задержки не было. Или я могу дополнительно... Ой, кстати, я на самом деле могу сейчас выпустить все видосы по этому, по лоботомии. Я могу просто в определенный день выпускать два видоса вместо одного. Во, в принципе, я так могу, чтобы задержку устранить. Наверное, так и сделаю. Такс. Купите руину. У него есть руина.
Сегодня подавил руину, а завтра чтобы реализовал. Кстати, ну ладно, промолчу. Недавно жесткая скидка была в Стиме. Он не успел купить, как раз опомнился в конце скидки. Ну ничего, на Новый год купит и все нормально будет. На Хэллоуин была скидка, то есть примерно 14 дней назад. Или 15. Это, кстати, достаточно давно уже, на самом деле. Так, ну давайте тогда что, я сейчас беру... Где? Во. Так, ролим. Двадцатка выпадает. Так, двадцатка это у нас что? Вот это. Минус подхил, ну нормально. Короче, наносика на зеркало парочку раз и фармим дар луны. Ну можно, в принципе, чё нет. Так, пока у Димона нет возможности носить его броню, его оружие. Ну нет возможности пока что. Оно достается Лесли. Потом поменяем. Хочу дар цензуры. Неплохо, я купил игру, и через неделю получается скидка. Мне повезло, не повезло. Я вам, блин, я, наверное, уже задрался этой историей, но я всем рассказываю, что мы когда покупали, когда только вышла игра, она стоила 1200. Мы купили с Кириллом, короче. Она уже ночью подешевела до 800. То есть разработчик изменил цену на игру. Так, кстати, мне интересно, а если я просто возьму, например, Лесли... Вот сюда. У него будет оверстат, если он поработает с этой машинкой. Кажется, впервые я эту слышу историю. Но ты впервые, я просто три раза. Я не Крону ее писал. А кому же еще? Кому ты еще писал, я не помню. Короче, Лесли полностью изучает машинку. Если у него будет оверстат, мы перезапускаем день. А можно было, в принципе, для этого смертника нанять. Ну вот, короче, она на уже в 0 часов стала стоить 800. А я... Чё я? Мы уже наиграли больше... Ну, я наиграл больше 4 часов. Я не мог вернуть деньги по факту. Но это было исключение из правил, когда разработчик меняет цену на игру. И поэтому нам вернули всё-таки деньги, и мы её купили заново. И все. Найс. Вот так вот хорошо все закончилось. Весело, здорово. Повезло, повезло. Бесплатный даунгрейд. Ну, да. А если оверстат у тебя будет, если он реально каким-то образом больше, чем сотку добавит тебе, то я перезапускаю день, потому что ты умрешь в конце. Так, ну что, ролем ананасика, чего выпадет? Жертвенный старейшина. Я не знаю, что такое жертвенный старейшина. Можете почекать, можете не чекать, как хотите. Мусор? Ну давай еще раз за ролем. Мне не даст больше 100 визуально. Значит, можно не волноваться, да? Но вроде я умру. А, ну тогда смертника наймем просто для этого. Сейчас перезапущу. Решительный старейшина. Тоже не очень, по идее. Нет. А если нет выпало, тебе нормас будет? Не уверен? Я могу перезапустить? Могу не перезапускать. Я хз. Че, перезапускать или пойдет? Перезапусти, ну ладно. Мне кайф. То бедный Лесли умрет. Я на чиле. Короче, Лесли не ходит. Если Лесли умрет, я просру вот эту слизняшку. Ну ладно, ничего, рискнем. Там же, по идее, он не должен. Ну да, тут получили. Если нет, то все нормально. Так что все, не будем перезапускать день сейчас. Ух.
Так, ну что? Получается, работаем с цензуркой дальше. Так, параллельно что мы делаем еще? Ананасик просил дар выбить. Ананасик. Ананасики. Как сказать ананасик в женском роде? Ананасик, она моя. Ананасик. Ну да, ананасик. Ананасик просил ананасик дар на девочке, которой 3% имеет шанс выпадения. Ну, давайте попробуем, что. Почему у меня выдержка снизилась? Что за говно? Меня заскамили. Ананас. Это проблема огромная. Это огромная проблема. Я, кстати, забыл поменять вот здесь. А я не помню, что там стоит. Ага, двадцатка. Такс. Ну все, тильт, перезапуск. Да не, прокачаемся, ничего страшного. Поэтому я не люблю зеркало. Да ничего, мы сейчас прокачаемся просто и все. Он как раз не только будет фармить дар, но еще и качаться заодно. Кайф же. Такс, что мы еще делаем? Где Алиса? Кстати, мы не посмотрели, что за характер у Алисы получился. Точнее, что за статы. Стойкий искатель. Я не знаю, что это, но, наверное, что-то крутое. Так, нам надо прокачать еще немного мужества, еще немного мудрости, еще немного выдержки. Так, выдержку мы пока что прокачаем на пустых... Хотя... На, может быть, на Шаден Фрейде попробовать? Сколько здесь шансов? 40... Блин, мало шансов-то. Лучше справедливость докачать сначала. Так, стойкие все характеристики плюс один за каждую хорошую работу, минус все характеристики за плохую работу. Понятно. Искатель во время подавления скорость передвижения увеличивается вдвое. Неплохо. Вот искатель прикольная тема. Типа, чтобы добежать, законтрить. Например, против шапочки было бы неплохо. Она куда-то бежит, ты просто направил искателя, он быстренько добежал до нее и все. Кайф. Так, стоп, может быть лучше здесь тогда уж прокачаемся, потому что там, мне кажется, будет получше. Почему, как только выхожу с твича, делаю его в маленьком окне на телефоне, после возвращения меня кидает на канал Ананаса? Ну, наверное, потому что ты его фанат. Ладно, забей. Блин, Лесли вообще по кайфу живется, зацените. Кринж. Все, забей. Ты этого не слышал. Все, забудь об этом. Понг. Потому что это намеки. Намеки. Так, выдержку качай на этой штуке. Давайте тогда выберем другой вариант здесь сейчас. Повернуться. Ты оборачиваешься и чувствуешь... Короче, оборачиваешься к двери... Yearns the eyes of others. Она жаждет чужих глаз. Она хочет быть recognized. Мистер Клоун, привет. Для моего часового поезда я появился у тебя ровно в 0000000. У меня сейчас 20.04. Он хочет, чтобы его постоянно узнавали. Понятно. Да, ёпарасте. Намеки на стрим по ЛК после стрима Левахи? Го. Я не буду стримить Лоботомку. Жесткий. Так, оно не может существовать без... Гейс. Гейс, это я забыл опять. Без взглядов других. Ну да. Чем меньше... Получает он внимание, тем меньше она становится. Так, его меч, копья и глаза. Для привлечения внимания исчезают? В конце концов, вы просто спокойно дышите в своем маленьком мире. Ладно. Короче, прикольно.
А вот здесь что написано? Справедливо, от тебя модно отписываться. Нынче странная мода пошла, согласен. Так, ну давайте... В прошлый раз я вроде не открывал двери, да? Не будем открывать дверь. Ты берешь... дверную ручку, наверное, да? Это дверная ручка же переводится вроде. Да, ты хватаешься за ручку двери, но ты не можешь ее открыть. Просто представление о ней делает тебя... Короче, от представления тебе становится не по себе. Ты не открываешь дверь, а в камеру содержания убегаешь. Вот это хорошая концовка цензуры. Ты не открываешь камеру содержания, убегаешь. Затяните, сейчас покажу хорошую концовку. Заходит такой Дарсен к цензуре. Идет, опа! Не может открыть дверь. И убегает. Все, изи. Что? Как так плохо можно было отработать? Что за бред? Там же 60% или сколько? 40? Блин, Роинг, ты меня разочаровываешь. Так, ананасик качает себе привязанность. Так, ты качаешь себе вот это. Ну все, наверное. Теперь на плохую, пожалуйста, к цензуре, чтобы я дар получил. Короче, вот плохая концовка цензуры. Только она все равно хорошо закончится, потому что он не умрет, к сожалению. Ой, к счастью. Ужас. Так, сегодня день наоборот. Да, это нет, а нет, это да. Хорошая концовка, ты убегаешь от цензуры, тем временем сбегает спичка и взрывает тебя. Не, ну... Да. Ну, а, так здесь 13%, как я не заметил. Тут реально плохой шанс. Я что-то даже не обратил внимания. Тогда на справедливость ходим. К сожалению. Я умру, ура! Грустная история. Ну ты бы, в принципе, не умер, хотя стоп. Что она делает с теми, кто сошел с ума в камере? Я вот что-то не помню особо. Вроде как она ничего с ними не делает, они просто выбегают и кайф. А вроде бы и... Ну, ладно. Так. Кушает? А, ну тогда ты бы реально умер, если бы сошел с ума здесь. Так что на самом деле хорошо, что ты на хорошую концовку отыграл. Секретная истинная концовка игры. То ли посмотреть клип. А, мне мешает музыка из лоботомки, но ничего страшного. Я сейчас покажу хорошую концовку. Заходит такой Дарсен к цензуре. Идет, опа. Не может открыть дверь. И убегает. Затяните. Нормально. Сейчас... Крутой клип, конечно. Так, плюс 9, да? А сколько надо? Плюс 18 надо. Ничего не понял. А еще она заползла к туфелькам, натянула их на свои и начала танцевать чечетку. Ну это, конечно, да, жестко было. Так, один раз отработает. О, стоп, а, да, все нормально. А, я забыл, у нас же минус 33% к лечению, поэтому так долго хилятся все. Обидно. Так, ну найс.
Кстати, зачем мы с ней работаем? А, Дарсен же захотел дар. А, там же 1% сраный. Мы его никогда не выбьем. Что делать, если к тебе зашел перекачанный друг в террарии и заруинил прохождение? Ну, ничего. Надо было запрещать перекачанным друзьям заходить. А раз уж заруинил, то уже ничего не поделаешь, заново начинать. Кстати, заметил, что иногда Анжела пишет 7 тонн текста после смерти буквально всех сотрудников. Я этого раньше не замечал. Я, кстати, вообще в принципе не видел такого. Я, конечно... А, потому что... Я такого не видел, потому что на реализациях... Ой, точнее, на ядрах обычно она выключена. Поэтому мы не видим текста от Анжелы на ядрах. Ой, короче, птица сбежала. Удалите его из списка друзей. Да, пора бы. Жестко, жестко. Радикальные меры, конечно. Но если, в принципе, это не особо тебе друг, если это просто какой-то чувачок из Стима, то можно и удалить. А если это прям твой друг, то не стоит так делать. Это будет не очень, на самом деле. Шансов на то, что мне выпадет дар очень мало, он никогда не равен нулю. Но это ты прав, конечно, но это слишком... Это как, не знаю, в Brawl Stars играть, ящик пытаться... Пытаться выбить Леона, так сказать. Плюс 62. Тихо, 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 ты чё так пугаешь? Дарсен. Чуть не помер. Так, я думаю, пора заканчивать этот день. Всё, конец. Так, шанс на то, что вас в подворотне убьют стая лягушек, невероятно мало, но никогда не равен нулю стая лягушек. Но я не знаю, вообще в руине я не видел лягушек. Но, возможно, какое-то искажение лягушка, если нападет на тебя, то, конечно, да, есть шанс того, что ты откинешься. Так, 14, 4, 5, 99, 99. Идем дальше. Так, ну... У меня такое было... Что? Так. Все мы живем в чьих-то глазах. Понятно. Встречая страх, мы создаем будущее. Это символическая фраза нашей компании. Но для сотрудников встречать страх... Подожди. Но встречать страх — это для сотрудников, не для менеджера, не для управляющего. Если ты не ожидаешь, так, если ты не понимаешь такого, то нам надо серьезно подумать о замене управляющего снова. Еще раз, точнее. Все. Так, зашел в биом после хардмода новый. Ну, по идее, лягушки не умеют драться. В террарии даже. Sanguine Desire. Так. Так, 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 так. О, кстати, зацените, у нас есть одна аномалия. Две аномалии в тему на этаже Малкух. Вот эти две аномалии, они реально на этаже Малкух должны быть. Феечки и спичечка. Там, кстати, в тексте от Анжелы, насколько я заметил, мельком немного грубые высказывания от Анжелы. Эти тексты очень быстро приходят, 5 секунд где-то, на стандартное оповещение от Анжелы. И на паузе оно также исчезает. Прочесть такое сложно. Надо скринить сразу, когда такое видишь, чтобы потом прочитать. Так, ну я как понял, мы, в принципе, ничего не делаем, да? Давайте посмотрим, может ли Димон надеть броню цензуры. Нет, не может, там нужен мужество пятое.
как вы определяете, какие аномалии должны быть на каком департаменте? Ну, в руине. Ну, для меня очень нравится мне, когда аномалии на этажах такие же, как в руине. То есть, типа, убийца, помощник, вот эта штука, потом бабочки. Так, давайте поменяем контрактики. Ой. Двадцать четыре это вроде... Я не помню, что это, кстати. А, таймер. Ну, пофиг, в принципе, на него. А, вы еще контракт купили. Давайте купим. Точнее, купим. Давайте посмотрим еще один контрактик тогда уж. Так, 24 исключаем. 18 еще у нас есть. После слов троеточие, ну в руине, все стало на свои места. Да. Так. Опять вот этот же, вот эта штука. Надо выселять всех опять снова. Ананас, а можно на зеркало в этот день? Конечно, можно. Так, в принципе, если удалить из игры никому не нужные инструменты, выполнить задание на всех аномалий у своего департамента, возможно. Ну, кстати, да. Но не совсем всех. Если бы была бы одна дополнительная комнатка для аномалии, тогда бы стартовая аномалия здесь была бы спичка. Так, фея. Короче, забейте. Об этом думать, конечно, интересно, но такое никто не сделает. А если сделает, я с удовольствием поиграю в эту версию игры. Хотя смысл. Она будет просто эстетично приятная для глаз, но бессмысленная. К слову, стример, что такое? Такс. Нифига себе, у меня, по-моему, хрустят суставчики. Или косточки. Нафарми мне, дай дар фейщик. 5% рука. Ну, в принципе, можно, в чем проблема. Давай пофармим, чё бы и нет. Так, начинаем денёк. Мы же все сделали, что надо было сделать. 18-24, все. В режиме испытания тебе дают дополнительные места у этажей. Да? Серьезно? Вау, ну кайф. Я не знал, кстати, такого. Жесткие фармы за эндоров. А подожди, а где они появляются? Если дополнительные места, то они где находятся? Вот здесь, типа рядом? Или где-то в другом месте? Надо бы, кстати, попробовать режим испытания, так ни разу и не видел его. Такс, где Дарсен? Вот он. Ой-ля, какие хорошенькие, блин. О, спасибо за фоллоу. Энтара Тимофей, спасибо за фоллоу. Так, я хотел скачать мод на доп места, но, увы, он мне в начале... Он мне начал в начале альфов и вавов давать. О, жестко. Еще бы ты знал, никто никогда не играет в режим испытания. Даже я еще не играл, но хочу, но попробуй. Пройти ЛК это уже испытание для здравомыслящих. На первом дне чисто. Тебе нравится ананасик с лоботомки или с руины? С руины. Хотя... Ну да, с руины. Так, что, ролим или не надо? Давай ролись. Давай попробуем. Так, решительный старейшина. Погнали.
Так, статы не сбиваются при первом. При втором уже начинают сбиваться, как я понял. Прямолинейный старейшина. Старейшина не ролится почему-то. Я хз почему. А это, кстати, проблема. Старейшина не перестала ролиться. Профессия. И как оно работает? Оно же, в принципе, не работает. Я тоже старик. Вот, соцени. После первого использования ничего не происходит, а после второго сбивается мужество. Сбивается какой-то стат на двадцатку сразу. Поехавший старейшина. Старейшина перестала ролиться почему-то. Это плохо. Или... Ну да, это плохо, в принципе. Хочется повидать старых друзей. Очень давно не играл с поездом. ИБН. Короче, она нас, видимо, обречен на старейшину. Тебе уже это не исправит никак. Так что да. Мы будем ролить по одному разу за день. Потому что если два раза ролить, то у тебя сбиваются статы. Ну тогда, там типа если один раз используют, несколько раз, то идут дебафы. А, ну да, более одного раза. То есть второй раз тоже считается плохим. Понятно. Понизь еще до 4 уровня, подними снова. Да, кстати, по факту должно зарулиться. Один раз в день будем, ну как хочешь. Так, где Дарсенчик? Кого еще там надо было качать? Так, 82, 99, 68, 92, 82, да. Что за звуки страшные? А, это у бабушки. Так, вот здесь можно тебе докачать немного мужества. Вот бы паучков, согласен. Но на этот же ход уже нет паучков, к сожалению. Ах. Так, инстинкт. Так, Альфа, на всякий случай уйдем отсюда, потому что, блин, что-то страшно. Так, 80. Плюс 9, 15, 5. Так, надо семерку набить здесь. А когда будет бесплатный Помпиду? А, ну да, сейчас, кстати. Забыл. Изи. Восьмерка есть. Надо мудрость прокачать где-то и справедливость, и выдержку тоже желательно. Помпиду, помпиду. Но если честно, без наушников его плохо слышно. Ну, понятное дело. Так, один раз на это, несколько раз на мудрость, потом еще сходим, и все. Она будет на максималочках, получается. Когда же ты выбьешь себе брошечку странную? Клюв. А это на что у нас? Это один брошь? Да, это брошь один. С наушниками тоже. Вроде с наушниками лучше. Ну да, лучше. Я слышу каждый раз. Значительно лучше. Ой-ой-ой, испугался. Так, цензурятину надо охранять, кстати. Вот так сделаем, чтобы все были под защитой. По идее, с одним клоуном он справится, но с двумя, возможно, и не успеет. Ах.
Такс. О, куряга. 17 людей лоботомку стримит. Нифига себе. 17 людей в принципе? Или... А сколько среди них русских, интересно? Ой, что я сделал? Так, аплодисменты перед началом. Ты один? Прикольно. Ладно. Так, здесь охрана есть как раз. Я знал, что они здесь появятся. Блин, какой приятный звук на самом деле. По-моему, в руине у этой штуки другой звук. Я точно не помню, но, по-моему, поприятнее звук, чем вот этого. Даже поприятнее, чем этот. Конечно, не уверен на 100%, но, по-моему, так и было. Все корейцы и пару англичан. Прикольно. Отойду. Давай, ананасик. Там такой же? Прям такой же? Я думал, немного другой. Ну ладно. Кстати, надо будет скоро реализовывать Есода в соло. Я думаю, это будет достаточно просто. Вот у Малкуху была проблема со спичками. Она просто не успевала оглушать... первую спичку добивать, чтобы... Ну да. А в остальном все легко проходилось. У Есода вроде не было ничего такого сложного. Возможно, мой мозг поставил тупо звук из лоботомки в руину, но вроде такой же. Все, удачки, мне идти надо. Давай, удачи тебе, Лайм. Пока. Такс, ну все, можно... А, ну, без разницы. Так, плюс 10, еще 18 надо набить. Так, полдень сейчас будет. Феечки. Я-то в библиотеку не играю, если смотрю, а смотрю, если повезет два раза в год. Как два раза в год? По-моему, ты каждый раз сидишь у того чела. Забыл. Сейчас. Миаками-сен, да, Миаками-сен его. У Миаками-сена ты сидел два раза, я помню. Как минимум два раза. Может быть, даже больше. Меня пару раз покинутый убийца вайпнул, потому что я не знал, что можно менять листы. Нормально. Я считаю, по прохождению. Понятно. Так, ну давайте последние две работы, и мы заканчиваем денек. Блин, как же на этой броне по-уродски смотрится вот эта штука? Ну вы посмотрите на это просто. Вот это типа рука, и вот здесь малюсенькая вот это армбенд. Это Жанет Зачи. Это не очень смотрится, как по мне, очень. Очень не очень. Один! Да ладно, он может стрельнуть в любой момент. Так, награда 11. Погнали дальше. Потом к Бине пойду. Будет черная тема. Она все равно будет не очень смотреться на этой броне. Эх, ну ладно. У меня камень, я еще не определился до конца, буду ли я у него смотреть. Уверен, будут дурачки спойлерящие все и вся, где только возможно, на реализациях. Черная лучше, чем зеленая. Ну, в плане статов, да.
Так, ой, что я сделал? Господи, в Steam зашел. Так. Что я сделал? О. Так, у нас пока что один. 29-й. 29-й это что у нас? Я не помню, что это. Что-то вроде жесткое, а может быть и не жесткое. А, ну не особо жесткое, кстати. Ну жесткое, но не очень. Такс. Так, этот день мы тоже спидраним. Потом уже что-то интересное будет у Тиферет. Надеюсь, что-то крутое, типа альфа какие-нибудь. Стой. Третий контракт. Зачем ты третий взял? Надо брать первый. А, что это? 18. Это что-то неправильно здесь было написано. Надо было второй, надо было первый. Там что-то неправильно было написано. Там было написано число 18 просто. Ужас. Сейчас я тебе верну баллы, купишь первый. Погоди. Так, у тебя закреплена спичка. Так, очередь запросов. 45, ужас. 45 запросов. Так, где у нас это? Блин, меня бесит, что вот эти штуки, которые типа голосовые запросы, ну не голосовые, а вот эти звуки, музыка. Ее тут надо одобрять. Так, шестой, Помпиду, четвертый, второй, третий. Третий надо вернуть себе. Все, я вернул. Можешь это самое. Покупать первый. Ладно, потом все это сделаю, мне пока что пофиг. Такс. Два. Я бы и второй купил, но не хватает. Вивка. Привет, Вивка. Вивка купил. Так, ладно. 23. 23, 2 и 29 получается у нас сейчас. Так, 2, 23 это у нас вот это опять же. Как же везет, что 22 не выпадает ни разу. Я бы и третий купил, но я бомж. Ладно. Так, все получается. Надо сейчас сразу заменить, а то я постоянно забываю об этом. Так, 2, 23, 29. Ой, 39, господи. 29. Такс. Я же специально вот... Ладно. А, ну в принципе единственная проблема это вот это у меня сейчас. 468, получается, надо накопить. Так, 20, сотка. Вот здесь еще надо сотку набить и на выдержке где-то сходить куда-то. Вот сюда походишь потом. Так, ну ананасику что надо сделать? Меня сразу к бабочкам. Ты хотел сказать к феям? Бабочек у нас нету пока что. Точнее, возможно, вообще их не будет, в принципе. Давай к феям тебя сводим. Ну вообще там 5% ты должен достаточно быстро, по идее, вывезти. Я не знаю, как повезет. Такс, ананас. Почему минус 6 скорости атаки? Еще за бред? Так, давайте ральнем. Может быть, что-то крутое выпадет, может быть и нет. О, нет. Поехавший. Так, жертвенный старейшина. Жертвенный, по-моему, не очень крутое что-то. Пока что не будем ничего делать. Потом поменяем. На следующий день. Поехавший. Блин, хотелось бы альфа прокачать, но мне лень. Я ничего, никого не буду качать, кроме тех, кто попросит меня прокачать его. Кстати, Нероинг просил, чтобы я его прокачал, но я вроде его прокачал, но не очень сильно, но прокачал же по факту. Где он?
66-63, ну да, значительный прогресс. По плюс 20 на каждый стат. Все, я на сегодня его квоту выполнил. Если что, попросит еще потом. Такс. Ананасина. Вивка создан? Да, вивка создан. Вот он. Ты у меня поехавший кто-то там, кстати. Поехавший кто-то там. Качай вивку. Не, ну блин, это же не его личная просьба, это ты, ну ладно, так уж и быть. Так, что бы ему прокачать? А, ну кстати, пока что я буду качать ему это, справедливость для начала, вот здесь. Нифига у него статы. А, ну это кстати из-за того, что он высокомерный. Вивка обязан быть с алифами. Короче, птица сбежала. Так, все, теперь мы прокачаем немного Алису вот на это. Потом ананасик будет спокойно фармить свой дар, который никогда не выпадет. Падла. 3%, какого фига он не падает? А чё? А чё у него такие статы огромные? А у него с чего такие статы? Жесть. Подожди. Откуда? Ладно, не будем пока что. Ихихихихихе. Ихихе. Инстинкт, кстати, больше почему-то. Странно. Почему же? Ихетте нандайо. Это, по-моему, фраза Пайман. Майман. Так, блин, может кому-то все-таки здесь работать? Может быть, ананасику. Хотя зачем ему курилка? Подожди. А у него все равно в рот ничего. Подожди, это рот 2, а здесь рот 1, да? Нет, это тоже рот 2, подожди. Блин, интересно. Не, ананасу, наверное, не надо этот рот. Наверное, не будем работать особо здесь потом. Хотя фиг его знает, на самом деле. Шапки дар рот 2 или рот 1? Шапки дар рот 1 должен быть. Только у убийцы покинутого и у шапки рот 1, а у остальных всех вроде рот 2. Ну, примерно так, насколько я помню. Зачем я мужество качаю? Здесь же выдержку надо. Я дурак лютый. Ужас. Спичка, спичка рот 2. Шапки у стрелка разные места, да. Ужас, что творится? Режут людей, как не стыдно. Нет, за что? Так, иди работай. А что, подожди, что? У тебя резко сменился шанс успеха. Ты поехавший, что ли? Нет, скромный, странно. Так, нафармлю шапочку, может быть, хотя... Если она еще выпадет. Я, конечно, не против, если вы возьмете шапку, но она же еще выпасть должна. Спал 3 часа, ощущаю себя как выспавшийся. Жестко. Повезло, повезло, я бы сказал. Когда такое происходит. Хотя это может быть иметь неприятные последствия в будущем. Фиг знает. Наверное, потому что я лоботонку смотрю. После стрима по лабе, наверное, умру. Ужас. Надо умирать, пожалуйста. Шанс работы уменьшается. Леваха, ты что, поехавший, что ли?
Он мне показал, что он резко уменьшился. Наверное, шиза. Хз, хз. Фз, фз. Что за звуки, как будто девочка-волшебница дерется. Где? Что за звуки? Что за звуки? Ладно, пофиг. Такс. Так, плюс 14. А сколько мне надо? Мне надо 22? Нет, 32. Ё-моё, это долго фармить на самом деле. А, это вот этот звук, наверное. У меня после полдня фиолетового, когда я его подавлял, почему-то остаются звуки щупалец. Но это, наверное, баг звуковой. Так, 21. Вивка, в принципе, качается. Привет, Андрейк. Стример, что такое? Скажи, корова, корова. Чего-то не знаю, видимо. Еще почему у меня до 108 хп максимум и справедливость? Ло 6. Стрим умер, как жизнь? У меня вроде с этим нормально, все отлично. Битрейт в первый раз отличный, а не нестабильный. Я не помню, тут я тут есть, если да, то в каком отделе? Вот. У тебя волосы случайно появились сзади. В тот раз, когда мы тебя нанимали. Это было всего лишь неделю назад, вроде. Просто пауза началась, но не отжималась. Я просто читал чат, просто на паузу поставил и читал чат. В понедельник, да, в понедельник. Стримы по лоботомии всегда в понедельник только у меня. Самый тяжелый день, как-никак. Вот и надо лоботомию стримить. Так, плюс 21, надо 32. Одна буква отлетела при написании сообщения. Леваха, троеточие, ошибка, стоп, 0000, ну да. Да господи, не пугайся вы меня своей птичкой карающей. У тебя луна пока последняя? Нет, у меня луна... Первая. Она у меня, по-моему, в прошлом стриме еще появилась. Последняя у меня вот это было на прошлом стриме. На этом стриме у меня... Раз, два, три, четыре аномалии. Давно у нас там цензура? Да, вчера сошла. Только что забежал недавно. Да дайте дар, ё-моё. Ну, блин, видимо, ты не создан для этого дара. Видимо, ты слишком хорош для него. Они отказываются давать его тебе. 25. Надо 32. 34. Нет, 32. 32, да. Мне надо цензуру фармить... А я на фечках, блин. Ну да, что поделать. Бывают в жизни огорчения, как говорится. Я не хочу есть, но я обязан, как жить. Не знаю. Просто покушал и все. Почему люди должны есть? Ну, в принципе, смотри, ты не хочешь есть, пока ты не ешь не очень долго. Но когда ты не ешь примерно дня 2-3, ты уже хочешь есть, поэтому ты ешь. Что? Стрелок выстрелил или мне показалось? Чё это вообще было? Какой-то звук странный. Меня можно на цензуре сейчас? Нет, нельзя. Хотя, в принципе, можно, но ты не выживешь там.
Я не хочу есть именно по желанию, а не по природе. Ну, я по желанию тоже много чего не хочу, но надо. Как говорится. 69. Ну да, ты не выдержишь цензуру вообще никак. Пока что. Так, 28. Не падает. Я худею вообще, но что-то тяжко. В плане. Ну поди. Мысли. Она не падает. Она... Да... Капец, подкрутили там эти проценты. Ты знаешь, как пытаешься выбить 1-8, тебе выпадает однерка постоянно. Эх, грустная история, конечно. Жрать хочется много и вкусно. По итогу водичку пью. Но водичку если пить, будет приятно, конечно. Ничего, ничего не скажешь. О, 32, все, можно ананасику ходить. Вода, кекс. Я тута, с возвращением. Не выпало все еще. Скажи, Либан. Давай. Отлично. Все еще не выпало. Сейчас в конце дня только выпадет и все. Эй, что такое, Фрейкис? Что такое? Все себя... А, ну я тебя хорошо прокачал, я считаю. А, я забыл, кстати, что вивку качать надо. Я сейчас такую смачную сосиску в тесте съел. Повезло, повезло. Мэнни полегчало. Мэнни полегчало, понятно. Это хорошо. Наверное. 22, 16, 0. Ну все. Хорошо, хоть не стал ей. О, выбор аномалий! Две сразу! Ну, у нас вот это неизвестно. Короче, смотрите, название вы видите, поэтому я делаю опрос. 1, 2, 3. Ну, кстати, единственное, что мы еще не брали, это лысина, это круто. Поэтому я бы ее взял. Но вы как хотите, конечно. Я за 4. Ладно. Кстати, здесь собрались аномалии, которых вообще нет в руине. Имба-имба. Кто хочет подстричься? Хочу подписку. Так... даже так. Скоро придется делать домашку, походу. Грустная история. Что, 66 баллов? Так, 2. Вы проголосовали за 2? 4 голоса за 2. И получается 1 голос. А, нет, 2 голоса за 1. Один голос за 1 и 1 голос за 3. Значит, берем лысину, это круто. Ура! Так, ну здесь у нас... Что это? Это маленький помощник же, да? О, маленький помощник и броня. Вот здесь я предоставляю тебе создание опроса, ананасик. Здесь у нас маленький помощник и броня. Как она называется? Древние доспехи? Забыл, как называются. Ветхие доспехи. Ветхие доспехи вроде.
Да, меня тоже больше всего здесь интересуют доспехи, потому что у них очень крутая пушечка. Пейловая. Да я думаю, что вы проголосуете не за нее. А где ананас? Он что, ананас, ты здесь вообще, нет? Ладно, начинаю создавать тогда опрос, раз ты не слышишь, не отвечаешь. Так. Новый опрос. Кто? А что там посередине было, я забыл. А, Дитя Галактики, ну норм. Так, а на третьем у нас было Ветхие доспехи. Так. Не помнишь, что у него по дарам? Она случайно промахнулся и налил чай. У галактики. У галактики имба. Пассивный отхил просто с этого. С... Забыл, как называется. Брошь один. Ментальная связь, пассивный отхил. Вся галактики это дар. У него самый имбовый дар в игре. Ну, не самый имбовый дар, вообще-то да, самый имбовый дар в игре, по моему мнению. Потому что остальные особо-то ничего такого не делают, дары. Хотя нет, есть еще один интересный дар на эту. Хотя... Ну, не знаю, на самом деле. Появился челик на рейд? Ну, в принципе, еще 40 минут до рейда осталось. Дитя Галактики 3 голоса. Уинь тоже имбадар. А я не помню, какие дары Уинь. Вау, зацените. Я не двигаю мышкой. Так, значит, сейчас будет лютый фарм на Дитя Галактики. Все будут проситься фармить дар у Дитя Галактики. Это, конечно, меня... Нет. Господи, у меня лоботомка что-то... Было. Так, плюс 2 справедливости. Так, еще есть 6-7 шанс тупо проигнорировать любой урон. А, ну имба, кстати, хорошая. Вот бы быстрее Феникса, чтобы байсить леваху и его подавлять. А, выбор Феникса уже был. Только выбрали не Феникса, а цензуру. Так что... Да. Чурбивку первого? А, ну нормально, кстати. А чё мы на нем будем качать? Наверное, сначала мужество. Хотя нет, наверное, сначала выдержку прокачаем. Ну, вообще-то, Дарсен первый написал. Я в броне дитя... Да. Ой, чё? Можно я буду качаться в аномальной качалке? В смысле, первый. Дарсен первый написал. Первее, чем ты, чур Вивку. Тогда первый Дарсен, потом Вивку. У меня я первый. Ну тут написано, отправь меня к дите, потом чурвивку первого. Ну, порвого. Ты неправильно написал с ошибкой. Вот. Так что он первый. Придет время, и мы забайтим стримера на трансформацию трех птичек в машину для аннигиляции. В смысле забайтим? Вы обязаны это сделать? Мне нужна... Мне нужны сумерки. Я хочу их. Но никто никогда не выбирает птичек. Хотя у нас одна птичка уже есть, просто остальные две пока что не падали. Чел, не хочу рекламить, то там один мой друг начал лоботомку стримить после того, как я порофлил насчет этого. Наверное, Лесли про него и говорил, что это кандидат на рейд появился.
А, у нас же есть, кстати, докапа. Почему я не одел еще ананасиков докапа? Я что, дурак? Я и забыл про него. Так, ну давайте посмотрим. Восстанавливает 20% нанесенного урона при получении удара. Носитель этой брони своим видом наносит белый урон другим сотрудникам. Дополнительный эффект при надетом сете цензура. Носитель усиливает сопротивление и наносимый белый урон своим видом. Нет, это все-таки имба. Сама по себе она фигня, выглядит как фигня, но если я ее одену, то это будет лютая жесть. Вот смотрите. И где? Ну пока что не видно, но я хочу испытать это на ком-то. Мне надо кого-то надеть в цензуру. Срочно. Где ананасик? Как я и говорил, он дамажит всех. Это я. Мне надо кого-то одеть. У кого-то есть. У кого есть вот у тебя. В смысле, у тебя же есть мужество. А, у тебя четвертое? А, ну, кстати. Алису, наверное, наденем сейчас. Оденем. Просто проверим эффекты брони с оружием, а потом будем дальше играть. По-нормальному. Такс. Надел Алису. Люто-люто. Блин, ну тогда надо вивку отсюда сразу вывести. Надеюсь, она не слишком много дамажит, потому что если слишком много, то вивки капец. Так, ладно, тогда я кого-то другого все-таки сюда поставлю, Андрейка, например. И я тебе дам другую броню получше. Что-нибудь вавное. Лунный свет какой-нибудь. Никто не бронировал броню короля жадности. Если нет, то можно мне. Ну или сет. Можно, наверное, я не помню. По-моему, мы уже говорили, что тебе как раз-таки она и достанется, что мы тебе забронировали ее. Я не помню точно. Потому что я стримлю раз в неделю эту игру. Это не имба, это капец. Это как с суровым, только в 3 раза хуже. В 3 раза хуже, ты уверен? Ну давайте проверим, кстати, я хочу проверить. Но проблема в том, что суровый дамажит при говорении и всем. А это только сотрудникам. Короче, сейчас испробуем броню, а потом что-нибудь будем делать. И нам надо сейчас сделать новый... Этот самый контрактик. Так. 19. О, нет, да что? Так, я надеюсь, что у цензуры мы сможем работать постоянно. Блин, у нас проблемы огромные с этим днем. Мы его не можем нормально завершить. Хотя можно, в принципе, до десятки посидеть, но придется давить сумерки. Но, в принципе, это не особо-то и трудно делается. 20-19. Так, хорошо, я понял. Спасибо, Лесли. Короче, рейд через желание надо делать или что? Я хотел бы, чтобы ты зарейдил одного чела. Нет, просто скажешь, кого зарейдить, я зарейжу. Зарейдю. Как это сказать, кстати? Проведу рейд на него, короче. Мне тогда в цензуре. Goodbye, goodbye, Фрейкис. Буду фармить ее. Кину рейд. Такс. 19. Скарлетт Сиен. Он, кстати... Почему у него написано China? Сиен это чайно вроде. Ну ладно. Зарейжу. Рейд на ПВЗ. Goodbye. Ой, извините, пожалуйста. Так, я хотел кое-что... А, ну все. Мы же все сделали, что хотели, да? Падла. Так. Ну погнали. Рейдзю. Рейздю. Рейдзю. Это типа призрака. ПВЗ стримит?
А. У него в тегах лабискам. Так, насколько много ты наносишь урона своим видом? А, ну-ка, это намного меньше, в смысле? Она не в три раза сильнее, она слабее намного, чем суровый. Она довольно слабо атакует. А вот сопротивляемости, в принципе, неплохие. 0.2, 0.4, 0.6. Не знаю, как это имбово или не особо, как считает Лесли. Имба. Ну, вроде прошла цена тишины уже. Такс. У меня либо к цензуре, либо к галактике. Ну вот ты как раз ходишь, да. Была ЦТ, я не заметил. Я тоже прочитал после того, как заказали ЦТ, я прочитал твое сообщение, потом заметил. И все, офнул. Так. А сможем ли мы набить 80 до того, как начнется перегрев? Ой, сможем, сможем, смогли. Отлично. Вот бы выпал дар. Можно занять очередь на получение дара дитя. Можно? Ты четвертый тогда в таком случае, да? Или третий? Лесли же не занимал сам от себя или занимал? Кто-нибудь помнит? Кстати, да, Дарсен же первый. Тут же не Вивка должен быть, а Дарсен. Ой-ой-ой-ой. Нет, он к цензуре. Ты к цензуре ходишь, короче, пока что. Поэтому очередь Вивки. Все, договорились. Подожди, что у тебя со скоростью? Что ты такой быстрый? Почему все такие быстрые? Что-то не то, мне кажется. Так, 79.
Иннет, не умирай. Помолимся, чтобы Иннет не умер. Кого подстричь на лысо? Мне сразу надо узнать, чтобы на будущее. Блин, надо найти какую-нибудь... Кого-нибудь, кто согласится подстричься на лысо. Блин. Блин, у всех такие шевелюры. О, Ангелина пойдет. Ей норм. Так, у меня же там нету закрепленного дара на броши. Два. По идее, не должно быть. Там клюв просто лежит, но он не закреплен. Так, вот он ты. Господи, я тебя потерял. Бедная Ангелина. Клюв, кстати, имба. Но не имбовее, чем вот это. Если выбирать из броши 2, то вот это броши 2 лучше, чем клюв. Кстати, 131, 142. Получается, у нас остается 62. Не, в принципе, мы идем в плюс. Мы не уходим в минус по очкам, а наоборот в плюс идем. Ой, что это было, господи, испугался. О. А, я понял на самом деле, что сейчас было. Я просто случайно нажал на второй экран вместо первого. Понятно. Надеюсь, такого не повторится. Так, ну-ка. 62 осталось, да, все хорошо, по идее. Так, перегрев у мальчика. У Дитя Галактики. Минус 6 это фигня еще, или сколько там? Там было минус 12. Я тебя повел, потому что это конец. Конец перегрева. Точнее, не конец перегрева, а конец цикла. Как это называется вообще по-научному? Так, прямолинейный старший. Так, ну что у тебя там? Подожди. А, дар открыт, все нормально. Нет удара. Вообще, Дар Галактика еще и красивый. Ну, согласен, кстати, да, прикольный. Кстати, если у нас будет Дар Галактики, то, по идее, даже на тех днях, когда не будет подхила, то есть 22-й контракт, мы сможем отхиливаться все равно. Называется опять роботы... долбучие. Играю в симулятор создавания мемов. Ух, неплохо, неплохо. В смысле, симулятор создания мемов? Я, кстати, зеленые сумерки задавил. Неплохо, неплохо. Ой, извините. Так, кстати, ты хорошо качаешься, на самом деле. Так, 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 так. Скажу честно, зеленый гораздо легче, чем все остальное. Мнение прям как у левахи. Сумерки зеленые? Нет. У меня мнение, самые легкие сумерки это красные. Потом... оранжевые, потом уже зеленые. Зеленые самые сложные сумерки, наоборот, для меня. Когда-то? А. Нет, я никогда не думал, что зеленые самые легкие. Я всегда думал, что оранжевые самые легкие, а потом я начал думать, что красные самые легкие. Оранжевые всегда были на первом и втором месте. А самые сложные всегда для меня были зеленые.
У меня компьютер взорвался от графики про игру создавания мемов. Ананас умер только неожиданно от сердечного приступа, но я его восстановил. Ужас. Ты раньше говорил, что зеленый самый легкий до того, как увидел красный. Да нет, не мог я так говорить. В начале игры, когда я начал играть только. Возможно... Не, подожди. Я всегда говорил, что янтарный самый легкий, я тебе отвечаю. На прохождении без рестартов я говорил, что оранжевый самый легкий, по-моему. Или как раз таки после первого прохождения зеленых я сказал, что они достаточно легкие оказались. Возможно, такое было. Но я никогда не говорил, что зеленый самый легкий по факту. Наверное, спутал зеленый и янтарный, возможно, хз. Так, ну давай. 219. Так, ну нам пофиг на это, в принципе. Пока что. Пока что работаем дальше. Почему ты не выбил дар? Это как-то обидно. Сколько там процентов? 4%? Вот, сейчас тоже сменился шанс. А, я понял, почему шансы меняются. Потому что они убивают клерков, из-за этого падает процент. Я понял. Все, у меня не шиза, я просто очень наблюдательный, это правда была. Это реально была правда. А вы не верили, вы думали, я шизоид. Ну ладно. Одни бьют заводов, другие роботов. У меня просто один. Всегда, когда я подавляю зеленые сумерки, я одним человеком это делаю. Потому что слишком рискованно, все остальные в лифте. Бывает такое, конечно, что я просто накидываю щит красный и отправляю в толпу. Ой, точнее, на завод толпу сразу. Ой, чё? А чё тебя так сильно сдамажили? Звезда соло, гора соло. Стрелок соло. Помнишь, со стрелком? Я без перезапусков со стрелком в соло убивал. Зеленые сумерки. Все эти сеты соло, завод без проблем. Почему этот стрелок? Ой, господи. Магическая пуля тоже в соло может. Такс. Вот мне и легко, потому что у тебя звезда есть. Но со звездой, в принципе, просто. Так, стоп. Я вот не помню. У зеленых, у фиолетовых сумерек Pale Glass медленно перемещается по комплексу. Там можно заметить, когда он летит к твоим друзьям. Твоим сотрудникам. Если да, то он тоже легкий. Если нет, то это слишком сложно уворачиваться от него. Стрелок — это смесь горы и звезды. Можно. Стрелок — это смесь горы и звезды, но ослабленная. Тогда уж. Но его скорость немного большая, чуть-чуть. Блин. Ну тогда он достаточно сложный. Фиолетовые сумерки... Ой. Фиолетовая полночь за счет Pale Glass достаточно сложная. А в остальном, в принципе, было просто. Насколько я помню. Так. Только из-за глаза она и самая сложная. А, ну понятно. Как раз таки так и есть, получается. Блин, я думал, здесь кто-то умер. Я думал, вот это написали. А оказывается, эта птичка сбежала всего лишь... Каждый раз так пугают вот эти сообщения от птички. Я не могу. Типа глаз может в любое время тебя тупо... Не знаю, как это слово без мата прочитать. Так что не буду читать, в принципе. Так. Ну, по факту. Такс. Работаем дальше.
Так, Вивка почти на максималку выдержку прокачал. Осталось чуть-чуть совсем. Немного. Так. Ананасик так и не выбил брошь сраную эту. Ненавижу ее. Она каждый раз не выпадает. Вот я помню, когда на первом... на втором перезапуске мы играли, тоже она не выпадала. И сейчас не выпадает. Падла. Здрасте второй раз. Привет. Дай свою анкету. Кстати, а к себе на роинг заходил когда-нибудь на стримы? Вроде должен был заходить, по-моему, или нет? Что-то я не помню, кстати. Привет. Так, 321, скоро закончим. По идее, после вот этого полдня мы сможем закончить день. Привет. Эллен Вах. Он с тобой заходил? Сегодня, например? Да, со мной заходил, да, я помню. Вот я и говорю про это. Зеленые и оранжевые ивенты самые простые, они наносят только красный урон. А их финальные формы легко кайтить. Красные ивенты посложнее, только из-за клоунов, которые понижают щечки, а фиолетовые самые сложные. Много черного урона, от которого не так уж и много брони. Ну хорошо, там нет ивентов на пейл урон. Хотя на самом деле есть... что так плохо работаем? Я бы сказал, черные ивенты сложны из-за того, что они тоже выпускают аномалии. А красные и фиолетовые, они сложны как раз-таки из-за того, что они выпускают аномалии. Как по мне. Мне людей не хватает, я тебя создам. У него вроде нет анкеты, у него есть анкета, у него вот этот персонаж же. По-моему, что-то с тобой не так здесь. Ну-ка, давайте для сравнения кину смайлик сейчас. Да, там лишние брови откуда-то взялись. Ладно, ничего страшного. Просто повзрослел, новые брови выросли. Ничего страшного. А ты типа не делаешь ноунеймов, которые типа, ну просто вот как у меня, например, вот это Анжелика, Ангелина? У меня волосы отросли, у кого-то бровки. У меня тоже волосы отросли. Уже по плечи, кайф. Кайфую. Ну, еще маленький, все еще не то, чего я хотел, конечно. Так, ну еще 5 очков, и у тебя будет максималка, получается. Но ты так и не выбил... Опачки, какая штука залетела прикольная. Сюда. К нам в гости. Так, а у нас есть, кстати, это самое? Охрана. Для цензуры. Давайте охрану для цензуры поставим сюда Алису. Сюда какой-нибудь Дарсенчика. Че она такая огромная? А. Да и меня забайтили на трату 3 пулек. Капец. Это нечестно. Что за бред? Ужас. Так, я тут. В общем, после этого дня конец стрима. Возможно, если он 10 минут займет, то да. Ну, кстати, да, скорее всего, конец стрима, даже если он не займет 10 минут. Потому что, ну, мне что-то все. Просто я должен знать, когда ты чела зарейдишь, а какая разница? Чтобы присутствовать на стриме? Блин. Игнорщик, читай чач. Меня к цензуре? Ты меня не качал? Я же просил, когда отходил. В смысле? Ты чё? 66, 63. Это вообще-то огромный прогресс. Я очень хорошо тебя прокачал. Ты чё? Такс. Погнали.
Следующий на очередь Дару Летиции Галактики. Иду я, Летиции. Почему я еще прочитал это как Летицию? Да-да, когда я уходил, было 60. Ну, на 3 поинта аж прокачал. Это много. Это многого стоит, дорогого. Чтобы потом не говорили, что я очередь не занимал. Да я помню. Я помню, но я забуду на следующей неделе, так что тебе придется снова напоминать потом, в следующий раз. А это что такое? Ладно, она уже понизится, здесь уже ничего не поделать с этим. Так, ты его убьешь, по идее? Так, неплохо. А, он снова здесь. Нормально. Так, левак, мне нужен дар галактики, дар ЗНН и сет мимикрии. Дар хилит, меч лечит, с даром ЗНН вообще кайф хилится. Ну... А я тебе говорю, что я не могу выбирать аномалии, и игра зависит не от меня вообще, а от чата. Мне тоже только дары, мне только дары нужны, остальное уже не важно пока. В смысле, так у тебя и так все есть как раз таки, кроме даров. Ничего остального в принципе нету. Так, 100% на следующей неделе он говорил, что я занимал дар галактики и полезет дальше випки. Я ему скажу, что випка должен быть первым, а он мне ответит, что он занимал первым и говорил, что он занимал. А у нас удар луны и галактики только надо. Мне нужны дары на скорость атаки. Мне нужны дары на скорость атаки. Ты сам отказался от этой курительной трубки. В чем твоя проблема? Так. Вивка должен ходить к маленьким мальчикам. Кстати, по-моему, уже максималка. А, нет, еще 3 очка. Ну, у тебя скоро максималка по выдержке будет. Это, конечно, жестко, да. Когда я отказывался от трубки... А, это ты? Блин, у вас ники одинаковые и длина ника... Ой, ники. У вас цвет ника одинаковый, випка есть у каждого. И длина ника примерно одинаковая, поэтому я тебя путаю с Дарсеном всегда. Вот. Понимаешь? Я вроде как уже говорил, если не говорил, то говорю в первый раз. Я путаю тебя с Дарсеном постоянно. Вау. 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 А вы знали, что так прикольно можно приближать? Это вот так необычно? Или обычно? Нет, необычно. Необычно. Офигеть. Я первый раз это заметил. Вау. Так, лол, не знал. Колесико мыши, да, колесико мыши нажимаешь, он приближает именно в ту область, где колесо мыши. А не просто приближает. Я первый раз это вижу, первый раз заметил. Это ты через ПКМ? Нет, это я через колесико. Колесико и кручу колесико. Нажимаю и кручу одновременно. Вот. Прикольно, я не знал. Блин. Прикольно. А, через это тоже можно, без разницы. Через ПКМ тоже можно. Так, ну чё? Я, конечно, прифигел от такой способности игры, которую я никогда не знал. Но надо продолжать работать. Ой, нет, в другое место, в другое. А, она здесь, ну ладно. Так. Теперь двигайся. А, в смысле двигайся? Да вроде все нормально. Хотя на самом деле что-то не так, по-моему. По-моему, что-то не так. Хотя вроде все нормально. Ну вот с мышкой что-то не так. В остальном все в порядке вроде как. Ладно.
Что она на нас делает? Она на нас фармит дар. Ты же просил вот эту вот сраную, вот эту фигню. Я пытаюсь себе ее выфармить, но никак не получается. А, точнее, не ты, а ананасику. Ананасик просил ананасик удар. Я пытаюсь выфармить ананасик удар, но не получается ничего. Вот. Что происходит? Меня к цензуре. Да я тебя и так к цензуре вожу. Мне же надо как-то получать по ячейке. Фармить надо. Да, он не выпадет все равно. Я, конечно, молюсь, чтобы он выпал, но вряд ли это случится когда-то. В этом мире. Что-то не так. Хотя... Да нет, вроде все нормально. Подожди, а в чем проблема? Да, что-то не так. Что-то не так, но я не понимаю, что. Я не могу это объяснить. Типа, если вот так просто двигать. Если вот так просто двигать. Разница есть, но я не понимаю, в чем она. Что-то необычное. Так. Хочется приложить кого-то в бан, но все хорошие пока что. Меня? За что, Нероинг? Тебя нельзя. Я сделал луп в Рор 2, но так и не понял, как мечник открыть. Ну, я же говорю, на седьмом этаже. Вот когда у тебя будет седьмая стадия, у тебя появится божественный портал. Ты просто в него зайдешь и убьешь себя у обелиска, и все. Это несложно. Это сложно дойти до седьмого, в принципе, если, ну, там есть всякие приколы. Но, в принципе, это несложно. Я имею в виду, что это достаточно трудно пропустить. Завершаем день? Да, завершаем день. Я тебя специально пинганул в чате. Так я же показал, вот, я приближаю и двигаюсь, я двигаюсь. Или ты про кнопки мыши? Кнопки передвижения не работают, в принципе. Вот, я же делаю это. Двигаюсь в приближении. Что-то необычное. Мне надо было через древний портал идти, что ли? Нет, я тебе говорю, божественный портал, он так и называется, у тебя появится на седьмой стадии в конце, когда убьешь босса. Так, ну последний раз за ананасика пытаемся выфармить дар и заканчиваем день. Намбиин СБДА. Так, колесико мыши крути во все стороны, зажми ПКМ и двигайся. О. Вот это что ли? О, ну, кстати, да, выглядит необычно достаточно. Но я не понимаю, что не так, опять же. Я не понимаю, в чем разница между обычным приближением и вот этим. Но вообще, да, что-то есть в этом. Что-то необычное в этом есть. Все, завершаем день. Так, начать следующий. Ничего, ты просто как дурачок крутишь. Нет, разница есть. Ладно, забей. Рвущийся к небесам, фрагмент вселенной. Королева пчел. Ты что, ананасик сделаешь шапросик или мне сделать? Так, выбор. Кстати, после этой аномалии еще будет выбор, так что не расслабляйся. Тут кто-то нормальный есть? В принципе, все нормальные. Я бы взял пчелку, потому что она не изучена. А вы как хотите, выбирайте, голосуйте за что хотите. Так, у пчелки имбовая шляпа. Ну, не имбовая, но она красивая просто на вид внешний. Что он делает, я не знаю, что этот дар делает. Говно дар. Но он красиво выглядит очень, мне он нравится. Я вот дары для внешнего вида брал, а не для статов у себя. На своего персонажа. 2 хп, 4 сп. Спать пойду, удачи. Давай, Нероинг, спокойной ночи. Хотя бы на рейд останься. Уже темнее, а я все еще в кровати. Уже темнее, это все еще в кровати, нифига ты. Сова лютая. Получается. Лень. Пчелопазина. Нифига себе, 5 голосов. Так, у нас здесь...
Адский экспресс, портрет и сок дерева. Давай, ананасик. Сок говна. А где Янь? Ну, Янь в принципе нету, потому что у нас нет Инь. Янь выпадает только когда Инь взят. Поезд имба. Да, поезд имба. Бан всем. Нет, она сама не может выпасть. Без инь никогда не выпадает. 4 голоса за поезд. Так. Я, в принципе, согласен с Лесли. Я сейчас всех забаню. Ну все, спокойная игра закончилась. Начинается опять разрывание очка. Неплохо, неплохо. Только на Кетаре так может быть. 18 плюс бы поезд. Нет. Это пчелка любимая. Это лысина. Это самая худшая аномалия. Причем даже не аномалия, а полуаномалия. Какая-то параша, инструменталка. Ну, неплохо, в принципе, я считаю. Нормально. Так, ну что, получается, рейдим. Давайте, ребята. Лоботоми Корпорейшн. Один зритель. Давайте, ребята. Все готовы на рейд? Погнали, короче. Всем спасибо за стрим. Спасибо, что пришли. Спасибо, что выбрали поезд. У меня голова болит. Я опять закрыл, и он выключился. Я дурачок. Ну вот, короче. Что там, как там было написано? Если у вас зачесалась голова, что-то там, вам остается посмотреть на небо, что-то там, я забыл, короче. Ну, в общем, скоро я стану трутнем. Будем ждать тебя снова. Капец, только пришел, уже конец стрима. Все, всем спасибо, ребята. Всем пока.